Колпашевском районе благодаря действиям прокуратуры были восстановлены права пенсионера-инвалида на ряд льгот. В прокуратуру обратился опекун инвалида с детства 67-летнего жителя села Тогур. Как пояснил заявитель, в Центре социальной поддержки населения района пенсионеру отказали в получении удостоверения члена семьи умершего ветерана Великой Отечественной войны. Когда ветеран был жив и на момент смерти его, они проживали в одной семье. Это его ребенок. Тем не менее, учреждением было отказано в выдаче данного удостоверения. Данный статус, сразу скажу, что позволяет человеку пользоваться определенными социальными льготами и получать дополнительные меры социальной поддержки. Рассмотрев данное заявление, было внесено представление мною, однако в его удовлетворении было отказано, в связи с чем было принято решение об обращении в суд и о судебном понуждении. После ряда судебных заседаний правомерность требований Колпашевской городской прокуратуры была признана в полном объеме. Пенсионер, инвалид с детства, получил статус члена семьи ветерана Великой Отечественной войны и соответствующее удостоверение. Справедливость в данном случае восторжествовала, права и законные интересы данного лица. В результате принятых нами мер мы восстановили. Добавим, надзор за соблюдением прав и законных интересов людей, имеющих инвалидность, является приоритетным в деятельности прокуратуры. Системно проводятся проверки и применяются меры упреждающего надзора, основанного на анализе всех доступных источников информации о нарушениях законности и прав граждан.